3 мая 2002 года. Колину Макмиллану. 12-е Парк-авеню, Лондон, Великобритания. Здравствуй, Колин. Здравствуй, дорогой друг. Прости, долго тебе не писал. Не было серьезной темы. И вот она. Празднование 60-летия прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск. Дата серьезная и важная. Наши ветераны не надеялись на праздник, но он состоялся. Состоялся вопреки всему. Особенно я волновался, когда смотрел и слушал в зале Александринского театра оперу-балет «Реквием конвоя ПК-17» в исполнении канадских актеров, нашего симфонического конгресс-оркестра и хора театра оперы и балета имени Мусоргского. Композитор Кристофер Баттерфильд и режиссер Билл Коулман – дети участников этих событий, и их отцы живы. Отец Билла, Джозеф, дважды тонул, и один раз, будучи на корабле «Бонстон Кэстл» в конвое ПК-17, несколько дней вместе с оставшимися в живых членами команды провел на плоту в море, пока их не подобрал английский тральщик. Спектакль показал молодежи. Смотрите, это ваши деды и отцы. Это они не дали растерзать мир на земле. Это они выстояли в смертельной схватке с жестоким врагом. Будьте такими же. В детстве время тянется гнетуще медленно. Но по мере взросления испытываешь его ускорение. Сейчас, когда мне 8-10, скорость его велика. Воспоминания войны не сглаживаются. Они свежи, как будто и нет этих 60 прошедших лет. Но, к сожалению, напоминает об этом уходящие навсегда от нас близкие, друзья, однополчане. Вот и за прошедший 2001 год нас покинули 18 наших друзей. А ведь наша организация самая крупная из российских полярных конвоев. Хотелось отметить 60-летнюю годовщину Дервиша как-то особенно. Порадовать старую гвардию. Она заслужила это. На войне мы выручали друг друга, потому и выжили. И сегодня вместе. Ты же знаешь, Колин, не всегда было так. В течение 45 послевоенных лет, в угоду холодной войне, во многих трудах и публикациях, если и упоминались полярные конвои, то двумя-тремя строчками, смысл которых сводился к ничтожности союзнической помощи. Не положено было дружить ни вам с нами, ни нам с вами. Это служило одной цели – разобщить нас. К великому счастью, это не удалось. Дорогой Колин, мы обязаны все помнить и всех вспомнить. Согласен? Этому и было посвящено возложение венков с ледокола «Красин». Полярный конвой. Полярное слово говорит само за себя. Без ледоколов нам было не обойтись. Одним из таких был легендарный «Красин», младший брат известного Ермака. По проекту адмирала Макарова был построен в 1917 году у вас, в Великобритании, и в течение 35 лет оставался самым мощным ледоколом мира. Первоначальное имя – Светогор. В 1922 году Светогор прибыл в Петроград. В 1927 был переименован в «Красин». Ледокол спас экспедицию Нобеля. Дирижабль итальянцев, стремящийся достичь Северного полюса, потерпел аварию. Спасением воздухоплавателей занимались 6 стран, пославших 18 судов и 21 самолет. Ледокол оказал помощь экспедиции, а на обратном пути спас тонущий немецкий пароход «Монте-Сервантес». «Красин» – единственный ледокол в мире, прошедший вокруг планеты. В мае 1942 года «Красин» в составе конвоя ПК-15 прибывает в Мурманск. В этом походе он сбивает 2 фашистских самолета из 5 сбитых всем конвоем к эскорту.
Последний поход по портам Европы Красин совершил в 1990 году, но уже в качестве почетного гостя. В мае 1995 года на борту корабля-музея открылась первая выставка. В этом своеобразном клубе и сегодня встречаются ветераны полярных конвоев, торгового и ледокольного флотов. Именно дружба английских, американских моряков, а мы были как братья, их спасали в море, они нам помогали, мы им помогали. И это решило исход всех страшных боев на Северном флоте, где очень трудно было воевать. Почему венки будут опущены в воду завтра с борта Красина? Потому что из всех судов и кораблей, участвовавших в Великой Отечественной войне и в частности в полярных конвоях, единственным действующим, сохранившимся, остался легендарный Красин. Уважаемые офицеры, уважаемые друзья, уважаемые ветераны, я имею огромную честь быть здесь, и что у меня есть возможность выразить вам свою личную благодарность и благодарность британского народа. Спасибо. Я скажу, дорогие друзья, то, что тут произошло 60 лет назад, мне трудно поверить. И то, что мы все претерпели много-много погибших, и то, что тут между нами стоят те, которые в том же участвуют. Я хотел бы вам, господа офицеры, давать честь за то, что вы сделали 60 лет назад. Спасибо. Венок на воду! Все праздничные дни ледокол как-то помолодел и, казалось, радовался всему, что происходило в Санкт-Петербурге на праздновании Дервиша. Ледокол как будто вместе со всеми с благоговением внимал всему, что происходило на его борту. Наверное, вспомнил и свой нелегкий путь, и тех людей, которые связали свою жизнь с ним. Много капитанов вглядывалось в холодную ледяную даль с капитанского мостика Красина, но сегодня мы хотим помянуть последнего. Этому подтянутому, стройному моряку уже пошел 9-й десяток. Это верно. Как верно и то, что Лев Юрьевич Бурак бессменно прослужил капитаном Красина более 10 лет. За его спиной Великая Отечественная, затем долгий путь до капитана легендарного ледокола. Исключительная принципиальность, порядочность вселяли во всех уверенность в том, что пока Бурак на мостике, Красин в порядке. Так оно и было. Сегодня Льва Юрьевича нет с нами. И эта съемка на Красине была последней. Мы собрались на Красине, участники, непосредственно участники полярных конвоев Великой Отечественной войны. Сегодня мы вспомним тех, кто погиб. Мы рады за тех, радуемся за тех, кто выжил. И с удовольствием принимаем их на борту легендарного корабля. Болит душа за судьбу ледокола, который уже стал достопримечательностью нашего города. Что будет с ним дальше, беспокоит многих людей. А нас, ветераны, особенно. Колин, видел бы ты этот реквием? Уверяю, не остался бы равнодушным. Ради того дня, о котором я тебе пишу, стоило жить. Это действо было достойно Санкт-Петербурга, морской столицы России. Ты представить себе не можешь, как сложно в наше время организовать такое представление, да еще и с минимальными средствами. Только мой командирский опыт помог выдержать все волнения этих дней. Thank you.
мировая премьера. Мы думали, что на нее прибудут, ну, конечно же, наш президент, президент США, королева Англии и другие. Но не было ни президентов, ни даже губернаторов, хоть мы их и приглашали. Но было главное – успех в благодарных сердцах ветеранов. Не кривя душой, Коля, можно сказать, что этот праздник как бальзам на раны ветеранов. И на него пришли те, кто достоин этого тысячу и тысячу раз. Всю войну в авиации Северного флота прослужили два летчика – полковник Гусев и майор Левинсон. Наш полк имени Сафонова, дважды Герой Советского Союза, прикрывал конвои на подходах к Мурманску, к Архангельску. Вот это наша боевая была задача. Тогда, в 1942 году, Сафонов поручил Гусеву подготовить к боевой работе пятерых сержантов, выпускников Ейского авиационного училища. И Алексей Сергеевич отлично справился с задачей. Все пять позднее стали героями Советского Союза. Первый раз в жизни мне пришлось вылететь на разведку ледокола «Красин». И я его обнаружил, передал по радио, что обнаружил три ледокола. А майор Левинсон во втором гвардейском истребительном командовал парашютным десантом спасательной службой. 330 прыжков в сложнейших условиях. В январе 43-го его экипаж, где он служил, потопил транспорт водоизмещением 9000 тонн, а в апреле – почтовый корабль. Основной полк авиационный был миноторпедный. Эту авиацию называют вообще смертники. Миноторпедный – вот знак 9-го гвардейского полка. 9-й гвардейский полк. Дорогой Коля, за то время, что ты побывал в России, многих, наверное, уже узнаешь в лицо. Вот контр-адмирал Петерсон, участник обороны Ленинграда, ходил в боевые походы на эсминцах доблестный и дерзкий в конвойных операциях Северного флота. И после войны еще долго оставался в рядах ВМФ, занимая высокие командные посты. Или, например, рядом с ним Гаврилов Михаил Георгиевич. Еще одно звено той брони, того самого конвоя, что хранил питающую артерию. Артерию, значение которой невозможно переоценить. Помощь по ней пульсировала благодаря таким, как он. Михаил Георгиевич был тогда старшиной машинной команды сторожевого корабля. Участвовал в 15 конвоях. А крайне слева – Валентин Дремлюк, помощник командира гидрографического судна «Мурманец». О нем, как и о каждом, можно написать отдельную книгу, снять фильм. Скажу только, что он был награжден грамотой министра обороны США за спасение 147 американских и английских моряков, твоих соотечественников, Коля, из конвоя ПК-17. В 1938 году капитан-лейтенант Авазбакиев 20-летним парнем ходил на паруснике «Экватор». В начало войны штурман эсминца «Стремительный» на Северном флоте. В 44-м на Тихоокеанском флоте штурман тяжелого монитора «Севаш». Участник войны и с немцами, и с японцами. После войны, уйдя в запас, не смог расстаться с морем. Работал на рыболовных судах, проводил суда северным морским путем. Был членом президиума нашей региональной организации «Полярный конвой». Недавно Михаил Анатольевич умер. Невосполнимая потеря. Да, время безжалостно. Мы не можем остановить его. Но должны не забывать этих людей. Пока они живы, пока нуждаются в нашей помощи, внимании, поддержке, мы можем и обязаны помогать им и помнить, какого врага и какой ценой удалось остановить, повернуть вспять и разгромить. Моряки полярных конвоев – это сплав самоотверженности и взаимопомощи. Нигде, наверное, не проявились эти качества у русского воина во Второй мировой войне, как на полярных трассах,
Уникальна и полна героизма судьба каждого, но не всегда их подвиги были отмечены наградами, и не все награды вовремя находили их. Осмысливая спектакль «Реквием конвоя ПК-17», думая об отцах и детях, почитание родителей, сам знаешь, сегодня редкий дар. Создать такое произведение о своих отцах – это поистине благородный труд. Это прекрасно. Это премьера спектакля у нас в Петербурге, шаг к объединению людей доброй воли. Пусть этот шаг приблизит нас к миру, отведет людей от войны. Мы имеем право его сделать. Мы пережили смерть и ужасы войны. И потомкам хотим завещать добытый в этой войне мир. Слишком дорогая цена заплачена за него. И дети наши должны знать и помнить об этом. А наша с тобой задача – сохранить и передать эти знания, эту память. Хочется подчас, как тогда в 41-м, ощутить, что мы не одни. Хочется надеяться на подкрепление и дождаться его. Как тогда, 60 лет назад, дождались первого союзного конвоя «Дервиш» и последующих. Грузовики, мины, бомбы, каучук и самолеты – все это важно. Важно было и вооружение, и стратегическое сырье, но не менее важен был моральный фактор. Он поднимал дух наших бойцов и угнетал немцев, когда они видели на фронтах английскую или американскую технику. Мы не должны забывать прошлого, и оно пригодится будущему, я верю. Миссия полярного конвоя продолжается, только на другом уровне, и она важна как нам, так и вам. Мы нужны, необходимы друг другу. Пока живы, будем бороться, защищать мир до полной победы разума. Бросим клич и организуем всемирное ветеранское братство. Считай, что я свою подпись уже поставил. В Доме дружбы состоялась международная конференция, на которой присутствовали российские и английские ветераны. Удивительно теплая атмосфера согревала души всех участников. Даже не обошлось без песен. Английский моряк Билл Лоус с военных пор разыскивает русскую женщину Зинаиду Кузнецову. Они встретились в Мурманске и полюбили друг друга. В 1943 году обстоятельства разлучили их, и с тех пор Билл разыскивает Зинаиду и ее дочь Руфь. Я также очень переживал за марш ветеранов полярных конвоев, который мы впервые проводили. Но сначала была панихида в память погибших в конвоях. Панихиды умиротворяют. Я успокоился. А когда при подходе к месту сбора ветеранов на марш увидел неожиданно большое количество нарядных, взволнованных, радостных людей, мне стало удивительно легко и хорошо. Я думал, 60 лет много это или мало? Два поколения – это целая эпоха. У героев того времени родились внуки и правнуки, но когда они встречаются, в глазах та же непреклонная вера в воинскую дружбу и взаимовыручку. Несомненно, немецкая армия, на которую работала вся промышленность Западной Европы, к началу войны с Россией была предельно подготовлена и являлась самой сильной по вооружению. Но во Второй мировой воевала не только техника, воевали люди. И они победили, вопреки всем законам логики. Вы посмотрите на этих людей. Один Бог знает, сколько они принесли и выдержали. Выдержали, несмотря на холод и голод. Постоянная опасность сверху самолетов, снизу немецких субмарин, с моря самого мощного корабля того времени, фашистского линкора «Тирпиц». И даже суровая природа противостояла им. Где предел человеческим возможностям? И я понял. Такие марши будут проходить каждый год –
пока живы ветераны. И в конце, Колин, мне хотелось бы сказать, что когда дети проникаются подвигом своих отцов, то появляются такие замечательные произведения, как наш «Реквием». Наш, потому что он стал на самом деле общим для всех, кому дорог мир на земле. В нем звучит и почтение, и преклонение, и восхищение подвигом их родителей. Такие чувства воспитывает и поддерживает в канадской молодежи государство. Какое там уважение и внимание к ветеранам? Формальным его никак не назовешь. Я, может быть, никогда не узнал бы об этом, если бы не оказался по приглашению канадских ветеранов в небольшом городке Виктория на острове Ванкувер на дне памяти ветеранов 18 ноября. Там все от мала до велика знают, что ветеран – это человек, проживший свою нелегкую жизнь не только ради своей семьи, а и для всех соотечественников. А уж если он, рискуя жизнью, отстаивал еще и независимость своей родины, он должен быть окружен особым вниманием и заботой правительства и народа. И этот праздник в Канаде и в Америке, посвященный именно ветеранам, сравним у нас с Днем Победы. Коля, вспомнил все это, и меня охватило такое желание встретиться с тобой на Всемирном дне ветеранов, который, я надеюсь, когда-нибудь будет. И это должно быть не только дань и память прошлому, но главное, как завещание мира на земле.